На пост главы администрации Староскольского городского округа трое претендентов. Прием заявок в конкурсную комиссию завершен. Необходимые документы и свои программы социально-экономического развития территории представили Андрей Чесноков, временно исполняющий полномочия главы администрации, Виталий Кандауров, депутат Совета депутатов от партии ЛДПР, начальник юридического отдела ООО «РАЦ», и Ярослав Лукьянцев, коммерческий директор ООО «Торговый мир». Сам конкурс пройдет в пятницу, 21 января. В составе комиссии 6 человек. Депутат областной думы Сергей Гусев, двое заместителей руководителей администрации губернатора Елена Долманова и Ирина Чурилова, а также заместитель руководителя аппарата Совета депутатов Виталий Афанасьев, депутат от партии КПРФ Артем Ахадов и Юрий Ромашин, представляющий Общественную палату. По результатам набранных баллов будут определены победители конкурса. Окончательный выбор сделают депутаты. Заседание, на котором назначат главу администрации Староскольского городского округа, состоится 26 января.